Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и у нас будут сегодня пернатые предки. Будем сражаться с условиями иметь обязательно хотя бы одного птерозавра. У нас будет таких три боя, наверное, один, потом два, потом уже три, а может и не так. И в конце, после этих трех битв, мы пойдем на арену, и там сразимся уже с реальным противником. Итак, давайте сюда зайдем и посмотрим, что нам тут предлагает. Условия иметь одного птерозавра. Тут легко заходит кто? Ну, амфибия какая-то. То есть любая амфибия просто всех порвет. На самом деле птерозавр здесь и не нужен. Хоть, подождите, нам вообще предлагают три динозавра выбрать. У противника два, нам предлагают выбрать троих. Ну, давайте вот так вот сделаем. Я удовлетворил их запрос, да. Можно взять три, ну пусть будет это все три птерозавра. И сейчас можно, в принципе, сразу укусить, потому что он подменится на Терезину. А Терезинка бьет сколько там? 380, с бонусом будет 500. Ну да, 488. Как бы не страшно. Птеродоустер у нас обладает сильным ударом. Так что птеранодона мы принесем в жертву, а птеродоустра сожрет терезинозавра, ну а уже скафагнат разберется со стафрикозавром. Но это не точно. Ой-ой-ой, что-то я перестарался, оказывается, нас сейчас нагнут. Ну давай, атакуй. Если он атакует, то все в порядке. Так, ну сейчас будем пытаться, то есть нам ударов 6 минимум надо. Раз, два, три, четыре, пять. 2600, этого достаточно. Фу, я уж там в памперс навалял, короче. Подумал, что нас сейчас накажут, оказывается, слишком слабый был удар у птеродоустра 10-го, да? Ну ладно. Он атакует на 3, у него там может один балл остался, нам пофигу, скафагнат бьет около 500. И этого более чем достаточно. Остафрикозавр. Кстати, надо почитать. Ребята, остафрикозавр у нас родственник кого? Вот так, из известных динозавров. Кому он относится? Надо про него почитать. А то не помню. Так, птерозавры X1, условия тоже. У нас горгозаврик, да, здесь есть. Жаль, что по редкости. Ну, нужно добавить еще фильтр, чтобы можно было выбирать по редкости. Так, Рексик. Давайте возьмем Рексика. И Деморфодона. Опять же, я не перестарался. Сколько там у горгозавра жизни? С Зухомимом-то мы разберемся. Кстати, да, Зухомим вот похож на Барионикса. Отлично, у него было 4. Он мог меня пробить. Он мог меня победить только что. А, ну хитер, хитер, гаденыш, перенес один балл. Черт, он это проатакует всего лишь на 2, у него 5. А, нет, у него 4. Мы тут по-быстрому разобрались. Так, ну нам. 3 балла хватит, да. Деморфодон бьет 600, этого более чем достаточно. А, он еще и все баллы перенес. Шикарно. Вот такая вот у нас внезапная победа.
Так, идем дальше. Условия, подождите, не поменялось, да? Один птерозаврик. Так, у нас тут Дейнахейр есть. Хочу Зухариптора. Зухариптор, где наш дракон? Выходи. Кстати, легко проиграть. То есть у него будет бонус плюс 40%. То есть он будет бить 1300 где-то, да? Там можно диморфодончика взять. Ну, вот так, на всякий случай. 1300, да, сила удара. Так, кто кого? Кстати, я его за два удара убиваю, он меня не убивает за два. А давайте рискнем. Ах, гаденыш, поставил 2 балла в защиту, представляете себе? Ну и сейчас он нас атакует. А, он нас не может пробить за 2. Вот это фейл, ну, для него. А ну-ка, поставишь ты 3? Нет, не поставил. Выпил белого орла, тот меня и клюнул. Больше каймол не курю, чтоб верблюд не плюнул. Такая была старая какая-то поговорка. Но белый орел — это была раньше такая водка советская. А каймол, ну это старые сигареты известные были. Так, ну вот и все. Изи катка. Так, получаем золотой набор. И нам дали легендарного шунозавра. Динозавр с булавой. Зауропод с булавой. Тоже, кстати, очень интересный там момент, да? То есть булава у нашего какого-то зауропода. Так, а далее этого давайте мы немножко еще продвинемся по значку. Мы двигаемся к индоминусу. Выполнены ли у нас все условия, да, мы узнаем это в ближайших сериях. И ну и сегодня мы откроем тоже штучек 5, 6, 7, короче, этих условий. Приключения ждут нас. Маюнгазавр, Алазавр и Нундазух. Ну да, Капразух, Нундазух. Так, лучшие у нас кто? Мамонт лучше из Кайнозоя. Согласны, ребята? Согласны, в принципе. У него хорошее соотношение жизни и удара. Тиранозавр, ну, среди легендарных, да, тоже лучший. Ну и Мозазавр с легендарный подводный тоже согласны. Лучшие два. Мегатерий, ну, среди обычных легендарных пещерных, да. Это у нас Астафрикозавр, да, получается, да? Ой, Астафрикозавр, Астапозавр. Астапозаврик у нас был лучшим среди гибридов. Не, был лучшим до появления Горгазуха, вот так вот. Скафагнат. Ну, мне что-то Диморфодон больше всего нравился. Диморфодон аж больше удар, 599, почти 600, а у этого же 550. Ну и стиксозавр среди поверхностных, такое, почему не мегалодон, непонятно. Рогатые близнецы, ну карнотавр и насутоцератопс без вопросов. Так, акулы и добыча. Чего? Вот как это понимать? Что значит акулы и добыча? Кто чья добыча? Акулы должны быть добычей или добыча акул? Так, ну, геликоприон, ксифактин, геозавр, вот этого не помню, ну, как он, докозавр, по-моему, да. Если я угадал, ставим лайк. Так, рождение. Так, чтобы выполнить это условие, нужно иметь скалозавра. Анкилозавра, такое условие уже было. Паразауролов, это, по-моему, первый раз попадается. Велоцираптор уже был. И стегозавр тоже вроде как был. Так, узнайте тайны. Так, ну, Гуанлунь, это у нас родственник, один из первых представителей семейства тиранозавров. Гуанлунь у нас тиразанозавроид. Да, кентрозавр и
Аланка, что ли? Ну, не знаю, какие именно тайны здесь скрываются. Ну, про Гуанлуня, это, скорее всего, тайна, связанная с Тирексом. А дальше непонятно. Кстати, ребята, если вы знали, какая тайна с остальными двумя динозаврами, можете написать в комментариях. Так, ну ладно, с этим мы закончили. Прокачаем это дело как-нибудь в конце. Ну, то есть в следующих сериях продолжим прокачку. А сейчас мы идем на арену. Так, и давайте как-то сейчас... Давайте будем играть в рандом, ребята. Так, допустим, я вот так вот сейчас... Опа! Теперь кручу в обратную сторону. Опа! И в обратную сторону. Опа! Вот как попало, вот чисто случайно, совсем неправильно, конечно. Конковинатор, там, мамонт. Ну, давайте будем вот таким рандомом. Блин, и противник у нас, конечно, ядрёно, короче. Ядрён батон попался нам противник. Ну, прикольно, кстати, вот эти вот два существа очень сочетаются. Вот конковинатор такой необычный, шипастый, горбастый и зухариптор. Еще более бы красочный был бы конковинатор, было бы вообще шикарно. Так, ну тут дело в том, что атаковать их мы вообще никак не можем. И защищаться мы не будем, мы будем все в атаку и в перенос делать. Но потом атаковать мы будем, естественно, мамонтом. У меня всего лишь было 1500 жизни. Вообще так, почему мне такой сильный противник попался? Это все из-за мамонта? Так, три пробили. И раз, два, три. И три перенесли. Потому что мне кровь из носа нужно сберечь мамонта. Ну, подменяться ему смысла нет, а нам это очень выгодно. Давай на 4. Очень плохо, ребята. Это очень плохо было. Мы делаем вот так. Сюрприз! Не ожидал, наверное, такого поворота. И только что он проиграл, ребята. Не знаю, кто из этой пары у нас играет, но они только что практически подписали себе смертный приговор. Раз, два, три. Раз, два, три. И у меня 2 балла есть, то есть я уже победил. Мы победили, ребятки, с вами. Ага. Кто смотрел, тот, значит, участвовал. Так что досмотрел до этого момента, поставь лайк. Так, ну, тут без шансов. 1500 жизни. Хоть поставь все 4 балла в защиту. У нас есть 2. Да, но если бы у нас было 5, он бы только что... Ничего бы все равно себе не дал. У него слишком маленький удар, и протакую на 4 балла. Это его не принесло бы ему победу. Ну, а 5 баллов ему бы дало победу, наверное. Так, вращаем. Ничего не ждем, потому что обычно фигня попадается. Вот такие вот у нас были, ребятки, дела. Так что... Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!